Привет, народ! Хочу посоветовать вам интернет-магазин мойчай.ру, где вы сможете заказать любой вами любимый чай, а также посуду для его заваривания и предметы интерьера, создающие нужную атмосферу. Все это вы сможете найти по ссылке в описании. А мы начинаем смотреть свежайшую серию, которая вышла только вчера, а мы ее уже озвучили. Поддержите лайком, приятного просмотра! Эй, Алекс, можно воспользуюсь твоей печью? Моя сломалась. А, конечно, можно. А что ты будешь готовить? Ты просто не поверишь. Я нашел это забавное зеленое пятнистое яйцо прямо на земле. Понятия не имею, что это, но боже, как же я голоден. Стив, стой! Где именно ты нашел это яйцо? А, на пляже. О, нет! О, нет! О, нет! Нужно бежать туда немедленно. Почему? В чем дело? Быстрее! Стив, спрячься. Ты не хочешь, чтобы она тебя увидела? Она? А кто она? Алекс, в твоих словах нет никакого смысла. Окей. Это черепашье яйцо. Они очень маленькие и очень хрупкие. Мы должны вернуть его матери, пока она не заметила, что оно исчезло. Да, это же просто. Я просто подойду туда, скажу «Привет», потом немного поболтаем, я отдам ей яйцо и уйду. И все. Ты что, с ума сошел? Если она увидит, что мы подходим с одним из ее яиц, это плохо кончится. Ты когда-нибудь видел атакующую маму черепаху? То есть, я сама не видела, но думаю, что это хоть и медленно, но очень болезненно. По большей части медленно. Хм, да, окей, справедливо. Все, что я знаю, это то, что мы должны вернуть его ей до того, как он вылупится. Псс, Алекс. Почему внутри яйца маленький инопланетянин? А что, если б я это съел? Не будь таким грубым. Это маленькая черепашка. О, привет, малышка. Мы доставим тебя домой в целостности и сохранности, хорошо? Итак, пока я положу детеныша черепахи обратно к другим яйцам, мне нужно, чтобы ты отвлек мать. Думаешь, ты справишься с этим? А, я не знаю, Алекс. Быть в центре внимания, это как-то не мое. Что? Почему ты так на меня смотришь? Что ты делаешь? Не трогай меня. Что ты делаешь? Не... Отстань от меня. Эй! То есть, хе-хей. Большая черепашья мама? Я должен сказать тебе кое-что действительно очень важное, но... Но я расскажу это только, когда ты посмотришь на меня. Ага, вот так. Продолжай. Продолжай. А ты молодец, молодец. Отлично. Да, еще немного. И... Стоп. Вот так, идеально. Окей, я просто хотел сказать, что твой сегодняшний оттенок зеленого просто улетный. Просто вау! Мне бы хотелось познакомить тебя с моей подругой Алекс. Надеюсь, она поторопится и придет сюда. Но, видимо, она занята. Ну вот, малышка, ты в безопасности. Ты что, накрасилась? Что, нет? Ха-ха, вау! Ничего себе. О, тебе присуща эта естественная черепашья красота, о которой приходится только мечтать всем остальным черепахам. Ты что, модель? Это сработало? Если под сработало ты подразумеваешь одну счастливую воссоединенную семью, то да, это полностью сработало. А мы сегодня отлично поработали, Стив. А теперь давай пошли домой. Домой? Но что насчет других яиц? Других яиц? Воу, как ты так быстро заснула? Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и не забудьте посетить описание ниже. Там вы найдете всех, кто принимал участие в дубляже этого ролика. Всем удачи и до скорого!